Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем печь блины. Сегодня как раз первый день масленицы, поэтому блины у нас будут очень вкусные и необычные. Блины мы будем с вами готовить на молоке с маком. Нам понадобится молоко, мука, кондитерский мак, яйца, разрыхлитель, соль, сливочное масло и сахар. Мы с вами берем глубокую миску, чтобы у нас тесто для блинов туда уместилось, и смешиваем сначала все сухие ингредиенты. Вообще, когда готовите блины или оладьи, всегда лучше смешивать все сухие ингредиенты и только потом добавлять все остальные. У нас блины предполагаются сладкие, это как они с маком, поэтому я добавляю в тесто достаточно много сахара. Вы можете положить еще больше сахара или наоборот поменьше, здесь все зависит от ваших предпочтений. Мы смешали все сухие ингредиенты, кроме мака. Мак мы будем добавлять в последнюю очередь. То есть мы добавили сюда муку, сахар, соль и разрыхлитель. Теперь берем вот такой вот венчик ручной, самый обычный, и эти сухие ингредиенты перемешиваем. Теперь разбиваем яйца. Сразу же добавляем молоко, но делаем это постепенно. У меня здесь где-то чуть меньше стакана, я добавляю половину вот этого молока, вымешиваю тесто, чтобы не было комочков, и затем буду добавлять уже остальное молоко. У нас тесто получилось довольно жидкое, теперь мы наливаем сюда растопленное сливочное масло и добавляем примерно 1 столовую ложку мака. Вот такое у нас получилось тесто, оно довольно жидкое, потому что я хочу, чтобы блинчики были тонкие. Теперь мы разогреваем на плите блинные сковородки или любые сковородки, на которых вы жарите блины, хорошенько разогреваем. Маслом я смазывать не буду, потому что у меня сковородки специальные для блинов, они с антипригарным покрытием. И мы жарим наши блинчики, как обычно. Смотрите, какие красивые и вкусные у нас получились блины. Вкусные, потому что я уже, естественно, пока готовила, попробовала блинчик. Единственный их минус, так как они у нас очень тонкие и хрустящие из-за мака, у них получаются достаточно сухие края, поэтому готовые блинчики обязательно смазывайте сливочным маслом. Давайте попробуем. Очень вкусно. Если вы любите булочки с маком, или какие-то рогалики с маком, то эти блины вам точно понравятся. Всех поздравляю с масленицей, желаю вам очень вкусной блинной недели. Ставьте лайки этому рецепту, готовьте блинчики, пишите ваши отзывы и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Пока!